Игрушка – наш неизменный спутник с самого рождения. Игрушка – это то, через что ребенок учится воспринимать окружающий мир, получать новые знания. Она развивает воображение и мышление. Мир сказки, так любимый и нужный в детстве, создают, конечно, игрушки. Игрушка радует и делает ребенка счастливым. С ней он совершает первое открытие и переживает минуты вдохновения. Но любят игрушки не только дети. Как ты думаешь, почему взрослые любят игрушки? Не знаю. Детство играет у каждого человека. Детство играет. Так, а вы сами любите игрушки? Конечно. Какие? На радиоуправлении, самолетики, вертолетики. Как вы думаете, почему взрослые любят игрушки? Видимо, в детстве не наигрались. В детство впадают взрослые или пожилые. Взрослые вместе с детьми играют, а пожилые уже впадают, наверное, в детство, что ли. Ну, наверное, взрослые в душе все равно остаются детьми, поэтому и любят. Ну, во-первых, это, знаете, есть поговорка, все мы родом из детства. И вот это вот родом из детства, оно в нас заложено и будет заложено всю нашу жизнь. Мы от игрушек никогда не уйдем. Иногда нам не хватало игрушек в детстве, потому что родители где-то в силу своих финансовых возможностей нам не покупали, либо просто не могли нам приобрести, а нам этого очень хотелось. И когда мы вырастаем, нам хочется порадовать себя, не только своих детей. Да? Своих детей, нет. В данном случае своих детей, но выражая тем самым те потребности, которые нам были нужны в детстве. И поэтому кукол, игрушки вообще, все так любят, и взрослые, и дети. Вот. И мы, конечно, когда начали придумывать вот наши игрушки, мы, наверное, тоже тешим свое детское эго внутри нас, до своего ребенка внутри нас. Потому что все мы, ну, дети внутри остаемся. Когда я была совсем маленькая, тогда игрушек, не, они были, ну не так много, как сейчас. А мама мне делала из носовых платочков, завязывала в центре голову, ручки завязывала, ножки завязывала, рисовала химическим карандашом глазки, ротик, и я с этой куклой спала. Вот это была моя такая кукла. А потом я сама стала таких кукол делать из носовых платочков, сама стала уже рисовать лица. Вот это вот были мои первые куклы. Все мы родом из детства. И то, что особо дорого в детстве, остается в памяти на всю жизнь. Ирина Николаевна Семенцова занимается куклами уже больше 10 лет. Конечно, детская любовь к рукоделию, к игрушке имела место. Но кроме этого, чтобы сделать свой выбор, потребовался целый ряд ситуаций и совпадений. Хотим мы этого или нет, но даже в спокойные времена человек не может пройти свой жизненный путь без трудностей. Так было всегда. Жизнь часто преподносит сюрпризы, и далеко не всегда приятные. Зачем? Чаще всего это понимается потом. А пока была невыносимая обстановка дома, развод и двое детей. Конец 90-х, и нужно было как-то выживать. Некогда было впадать в депрессию и жаловаться на судьбу. Выход наша героиня нашла в работе. Сначала вязала, вышивала платочки и ездила продавать их в Москву, прямо на улице. Раскупали быстро и с удовольствием. Радость людей от твоей работы передавалась и давала силы. Рукоделием занималась всегда, умела это и любила. Поэтому, видимо, не случайно на одном проекте в Москве, куда ее пригласили друзья попробовать себя в качестве фитодизайнера, Ирина Николаевна познакомилась с Оксаной Ермольник, которая, в свою очередь, заинтересовалась ее рукоделием и предложила вместе работать. В жизни ничего случайного не бывает. Просто все, что происходило в моей жизни, все как-то вот подвигало к этому. И оно, каждая следующая встреча, каждая новая работа, она как бы была ступенькой. Она была ступенькой для того, чтобы подняться выше. Став партнерами, работали много, по 20 часов в сутки, забывая о себе, не думая о прибыли, не строя особых планов. Главное, был интерес и творчество.
Начинали с маленьких текстильных елочек в открытках, а потом появились куклы. Потом самыми первыми игрушками, вот я вам могу показать, была вот эта кукла Нюша. Это была самая первая игрушка, с которой мы начали работать. До сих пор эта кукла, да, она сохраняется, хотя у нас коллекция огромная сейчас, но эти вот первые куклы, они у нас остаются. Вот это кукла Нюша. Потом я вам сейчас покажу вот эти вот ангелочки. Вот такие вот ангелочки. Это тоже вот одни из первых наших игрушек. Есть девочки, есть мальчики. Есть ангелочки в платьицах. Это вот первые игрушки, с которых мы начали работать. Тут смотри. Вот мы сделали вот эту вот девочку, видишь, ноги, они и сюда заламываются, и сюда заламываются. Хочется, чтобы тоненькие были, но пожестче. Сегодня уже новых образов создается за год порядка 60. Это много для кукольного производства. Материалы используются только натуральные, для того, чтобы игрушка была безопасна, и ее с удовольствием можно было брать в руки. Так, а ткани все у нас натуральные. Это хлопок, лен. Так как это кукла ручной работы, мы можем для куколки, для какой-то маленькой, сделать свитерочек. Что-то такое, как-то одеть куклу. И вот хорошие вещи, которые именно хорошие, те, которые действительно нельзя одеть, но чтобы не выбрасывать, их можно использовать для изготовления кукол. Тем более, что у нас мы приравнены к художественным промыслам. Вот, а в художественных промыслах используются, да, очень много, это как раз старинные ткани. Это состаренная ткань, да. То есть мы иногда используем антикварные ткани, которым уже по 100 лет. Иногда используем кружева антикварные на выставках. Иногда списанные костюмы из старинных тканей из театров. И тоже мы их перерабатываем на игрушки. Они очень получаются интересные. Чем старее ткань, тем интереснее игрушка. Так, вот сейчас покажу как раз антикварные кружева, которые вот у нас тут есть. Вот. Ну, уже, наверное, на каких-то это... рынках или нет, бабушки. Это вот на блошином рынке. Да, да. Вот ручная работа. Например, вот из этой вот, вот из такого рушника мы можем сделать вот такой вот отрез, сделать фартук для куклы. Ну, например. Либо иногда делаем и подушки, делаем подушки. Трудно в работе. Да. То есть это вот такой рушник. То есть он огромный рушник льняной. И я даже не могу, затрудняюсь сказать, сколько ему лет. Да. Красавище. Потом есть вот такой вот рушник. Тоже. Это тоже на рынках у бабули. Да? Это все мы покупаем, нам некоторые привозят, уже зная то, что мы делаем, некоторые привозят, зная нас. Это то же самое, вот вышивка, ручные кружева. Это имитация тарусской вышивки, но это связано крючком. Это обшито крючком, да, вот внутри? Да. У нас игрушки, в общем-то, ассоциируются в основном с детством. Вот ваши игрушки для кого? Для взрослых или для детей? Наши игрушки, они вообще не считаются интерьерными. Они не для детей.
они считаются игрушки для оформления интерьера, в том числе интерьера, в том числе детских комнат. Но дети с удовольствием в них просят их купить. Не скажу, что играют, нет. Дети прекрасно понимают, что эта куколка, например, вот должна, что они не играют в нее, они точно так же сажают на свою кроватку. То есть они оформляют свои детские комнаты. Был один случай, когда на выставке подошла мама с мальчиком. Мальчику было буквально 2 годика. И у нас в то время была игрушка кот Васька. И малыш выпросил этого кота Ваську у этой мамы. Мама купила этого кота. Он его прижал с таким удовольствием. Он был такой счастливый. Целует этого кота. Вот настоящая награда нам. Вообще игрушка для взрослых. Эти игрушки взрослые очень любят дарить друг другу и там на какие-то праздники, особенно на Новый год, на дни рождения. И все с удовольствием их любят получать. Последнее, вот если видели по телевизору, показали, как Леонид Ермольник подарил нашего Орликина Али Пугачевой на юбилей. Я могу показать этого Орликина, да. Вот такой орликин, только он был большой. Это у нас орликин маленький, вот такого орликина Али подарили. Да, куклы считаются атрибутом детства, но они занимают немалое место в жизни взрослых. Взрослые не без удовольствия возвращаются к своей открытой детской сущности. На Руси тряпичную куклу дарили новорожденным от нечисти, невесте, покидающей дом от бесплодия. Кукла сопровождала человека в разных жизненных ситуациях и была помощником и атрибутом взрослой жизни. Даже театр Петрушки до начала 20 века показывал исключительно спектакли для взрослых. А куклы-марионетки сравнивались с древними философами, с людьми, а нити – с человеческими страстями, которые нами управляют. У нас, ну, скажем так, здесь работают 2 художника. Основной художник Оксана Ермольник и я. То есть мы работаем с ней как соавторы. Но большая часть игрушек из тех, которые у нас есть, это ее непосредственная задумка. Она рисует, ну, в данном случае это вот ее эскизы. Вот она сделала эскизы, я по этим эскизам уже делаю лекала, отрисовываю их начисто, делаю лекала и учу... Потом запускаю в производство, учу девочек их делать. Те игрушки, которые придумываю я, в любом случае, я везу Оксане. Мы с ней обговариваем, удачно там что-то, неудачное, что-то нужно, может быть, подделать, переделать, и потом оно запускается. То есть у нас все игрушки в общей коллекции. Это создается, откуда этот образ вы берете, когда придумываете? Ой, вы знаете, это очень сложно сказать, потому что это просто в голове вот. Ну, просто придумывается. Это невозможно объяснить. Мы не смотрим ни на кого, не смотрим ни на что. Просто идей масса, вот просто масса идей в голове. И каждая новая игрушка, она рождает новую идею. Придумывать не каждый может придумывать игрушки. Очень много есть людей, которые просто берут какие-то идеи и делают свои игрушки по этим идеям. Мы же придумываем. И это наш огромный плюс. То, что мы не копируем чужие идеи, а мы придумываем свои. Скопировать можно все, что угодно, но все равно эта игрушка будет другой.
Вот у меня люди, которые работают, делают игрушки, казалось бы, я тут смотрю, я учу, показываю, как надо. И все равно все игрушки абсолютно разные. Ну, потому что это зависит от внутреннего мира человека. Вот все игрушки, которые делаются, можно посмотреть и сразу сказать, кто из девочек делал. То есть каждая игрушка похожа немножко на ту девочку, которая ее делает. Вот я не знаю, с чем это связано, но это вот так и есть. Характер, да? Вот что-то такое в выражении лица куклы. Вот что, вот вроде я показываю, говорю, вот так надо. А все равно оно получается по-другому, потому что это ручная работа. Это вот человек выражает себя через куклу, свое внутреннее я. Вот что он внутри в данный момент чувствует, то и получается в игрушке. Если человек, который делает игрушку, негативный, и у него есть какой-то негатив вот, в душе, то есть, ну, где-то какая-то заковыка, но проскочит. Я, например, такой не, я таких не беру. Брать нужно те игрушки, которые вызывают теплоту в душе. Вот если человек идет, и вот чувствуется, что ему просто хочется купить. Вот это желание от игрушки, оно просто идет. Вот такую игрушку надо покупать. Психологи говорят о том, что практически всегда новорожденная кукла похожа на своего мастера. В ее внешности обязательно всплывут черты его характера, его творческий потенциал. И зная это, взрослые уже поставили куклу на службу психологии. Появилось такое направление, как куклотерапия. В частности, изготовление кукол. Оказывается, изготовление кукол помогает раскрыть природные способности, образное мышление, справиться со многими недугами, быстрее адаптироваться в сложных ситуациях или просто заниматься любимым делом. Трудно игрушки делать. Это я бы не сказала. Ну, смотря кому как. Мне не трудно. Иногда бывает такое, что вот начинаем делать игрушку, даже прорабатываем. Вдохновение вот в какой-то момент заканчивается, все, стопор, невозможно делать игрушку. Надо откладывать, и только потом, когда вот оно появится, дальше делать, потому что, ну, очень сложный процесс. В игрушках очень какой-то сложные элементы, и если отшивать несколько подряд, ну, одну игрушку, но несколько штук, и вот какой-то очень сложный элемент, нужно просто вот перетерпеть и это сделать, и, ну, вот терпение, усидчивость, кропотливость. В любом случае, когда вы видите любую, ну, неважно даже, будет ли это наша игрушка, либо что-то еще, если это вещь, либо предмет, который дарит вам удовольствие при взгляде на этот предмет, его нужно купить, потому что это положительные эмоции, которые получите вы и получат все окружающие. Потому что положительные эмоции, она, как цепная реакция идет от одного к другому. Улыбнись и улыбнуться себе. Очень много овечек у нас. И вот это вот будет овечка-фигуристка. Когда человек сам придумывает игрушку, он выражает себя, этого больше не будет ни у кого, нигде, это называется индивидуальность. И вот, говорю, вот я хочу показать куклу, которую я купила, это кукла, которая у меня дома сидит. Вот это сделала Светлана Михайлова, художник. Это называется скульптурный текстиль, то есть сама кукла сделана из колготок. Вот мордочка, вот это все сделано из колготок. Они необыкновенно хорошо одевают этих игрушек. Они почему говорят, что это мама и дочка делают. Мама делает, предположим, личики, дочка одевает, либо наоборот, я уже не могу точно сказать. Но они занимаются вдвоем. Они делают только вот этих вот клоунов. Да. Они все в разной одежде, они все выглядят по-разному. Они очень смешные. И вот такое не удается больше никому. Как бы ни хотели подделать, вот это их внутренний мир. Вот они показали вот это, вот у них получилось.
Вот они вот это вот делают. Это кукла Кати Ким. Она делает только таких кукол. Только вот таких, они все разные. То есть они сделаны одинаково вроде как, но они все разные. Какие-то в башмачках, какие-то одеты все по-разному. Вот эта кукла называется Луиза Дюмон-Дюманш. Вот эта кукла у меня сидит постоянно, и, в общем-то, она такая теплая, она мне вот для души, она хорошая кукла очень. И она их рисует, все личики разные, одежда необыкновенная, очень красивые ткани она использует, старит. У нее очень интересные куклы. Кроме нее этого никто больше не может сделать. Вот, хотя ничего сложного тут нет. А вот как у нее, ни у кого не получается. Поэтому, говорю, здесь вот индивидуальность играет очень большую роль. Говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Сейчас в жизни Ирины Николаевны есть все, что ей необходимо для счастья. Ее дети, внуки, любимая работа, успех, финансовая независимость. А испытания бывают в жизни каждого. Другое дело, как из них выходить. Я прекрасно понимала, что меня ждет, что меня может ждать. И я, так как я по образованию воспитатель детского сада, я изучала психологию. И вот по психологии это абсолютно правильно, это так нужно делать. Когда ты понимаешь и ждешь от другого человека негатив, нужно поступать так, как этот человек совершенно не ожидает твоих поступков. Но если от меня ждали агрессии, потому что от меня ждали агрессии, я сказала, себе сказала, что я никогда эту агрессию не покажу. То есть я полностью отрешилась, отключилась от того, что происходило вокруг меня. Грех жаловаться на судьбу, но что получилось, то получилось, потому что в такой ситуации один никогда не бывает виноват, всегда виноваты оба. Ну, что получилось, то получилось, и надо было выходить все равно, надо было думать о том, как жить дальше, а не закрываться вот в этой раковине, да, в скорлупе со своими какими-то обидами, какими-то... Что-то не хватает, что плохо. Нельзя никогда об этом думать. Нужно всегда думать о хорошем и стремиться к этому хорошему. Все мы по-разному реагируем на неприятности. Одни мирятся и плывут по течению, кто-то замыкается в себе, стараясь ничего не замечать. Некоторые жалуются на сложную жизнь и впадают в депрессию. Ни в коем случае не закрываться в себе, а искать самореализацию. Вот искать самореализацию, это может быть работа, это может быть хобби, это может быть там какой-то отдых, но это могут быть книги, это могут быть кино, ну что угодно, только не закрываться себе и никогда не говорить, ах, какая я бедная, какая я несчастная, как мне плохо. То есть в данном случае, вот что получилось вот со мной, это вот, ну, скажем, это вот, вот это событие, связанное с семьей, вот оно меня подтолкнуло, то есть оно меня толкало, и в результате оно превратилось просто в бурю, в океан того, что вот вынесло. Вот вынесло меня вот в эту работу. И сейчас, конечно, для меня это все. Работа для меня все. То есть я с удовольствием прихожу на работу и... Выходные дни, не выходные дни, у меня сплошная работа. С одной стороны, может, как-то и плохо надо отдыхать, но с другой стороны, я получаю от этого удовольствие.